Это незамысловатое видео тикток-блогера Беллы Порш набрало 430 миллионов просмотров, и сейчас ее фан-база — это 26 миллионов подписчиков. Такой ошеломительный успех можно сравнить разве что с клипом «Gangnam Style», который в свое время за 2 месяца собрал 500 000 просмотров. Опан, Gangnam Style! Gangnam Style! Оп, 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 оп! Опан, Gangnam Style! В погоне за популярностью люди готовы рисковать своим здоровьем. Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, прославился тем, что закачал в себя синтол и теперь популярен в интернете. Двойка в печень, никто не вечен. Эдвард Билл, снимающий провокационные пранки, прославился скандалами и эксцентричным поведением. Чида, чида. Не курим. Чили не си. Чида. Нет. Сюда. Все вышеперечисленные интернет-герои прославились по-разному. Но они яркий пример того, что необходимо для известности. Миловидная внешность или необычный образ, провокация и случай. Этих правил придерживаются и современные музыканты. Я тоже решил податься музыкантом, и перед этим я составил среднестатистический портрет рэпера. Во-первых, это татуировки. Во-вторых, это примитивный текст про деньги и успех. Загляни в карманы, там одни пятерки. В-третьих, необычный образ. Давайте посмотрим, что из этого получится. Стану тут легендой. Заработал много денег я одним моментом. Езжу на машине, что стоит миллионы. А на концертах собираю стадионы. Для трека моего даже не важны слова. Кутик, тряпка, лика, синяя лодка и сова. Черчилль, ластик, кружка, синкрофаз, дрон. Солнце, мышь, гитара, уши, лист, апрель, кулон. Или можно мямлить, чтобы слов не разобрать. Ведь то, о чем пою, не нужно понимать. Крррр, скряп, па-па-па-па, кыта-та. Крабли, бум, да-да-да-да-да-да. Это же вы! Можно ваш автограф? Давайте спать, давай работаем. Размечтался. Действительно, стать популярным в наше время может абсолютно каждый. Но помните, что в первую очередь это труд и удача. А мне вот не повезло. Повезло.